сильное страшное обострение было. С первого дня, как начала пить, и месяц, две недели, вот так уже пошла я на улучшение. У меня был страшный псориаз, ни одного чистого места был, не было на теле. Также бородавки прошли, также все, как видите, сейчас я чувствую очень хорошо. Не выпадают волосы. Три месяца, как я, у меня ни разу не поднялось давление, хотя я давление мучилась. 10 килограмм сбросила. И такие результаты у меня. Спасибо. Девочки, у вас в интернете, в этих ватсапах гуляла вот запись, видеоролик, где она больная, вот в красном халатике, вся с псориазом лежала. Потом она еще на гармошке играла, помните? Вот это и есть Хеда. Вот у нее был вот такой вот результат. Пожалуйста, представьтесь, Таус, и расскажите коротко о своих результатах. Здравствуйте, всем добрый день. Я болела инсультом и двумя инфарктами, и желудочное кровотечение 3 раза было, и давление, и сахарный диабет, что у меня не было, я не знаю, и острый пороз, и артрит, и артроз. А теперь я чувствую себя очень лучше, и давление не поднимается, 120 на 70, и сахар 4,2-4,3, уже 6 месяц я пью. Я чувствую себя очень хорошо и чувствую лучше себя. Вы знаете, Таус, Успанова Таус, жительница селения Нойбер, у нас там есть родственники. И когда мы к ним поехали, я не поверила, что человек, который пролежал после инсульта 2 инфарктов 9 лет, люди ее не видели, она болела 9 лет. Она с дома не выходила 9 лет. Я у своих родственников просто так для проверки спросила, вы знаете такую? И мне родственник говорит, а для чего она вам нужна? Она сильно больная. Я говорю, вы знаете, она не больная уже. Она с тросточкой, но ходит. На ее результат пришли огромное количество людей. Она зарабатывает очень хорошие деньги, и с ней все хорошо. Удивлению их нему не было вот предела на самом деле. Я Зубайраева Хава. Болела онкологией. 2 раза мне сделали операцию. 3-й раз я поехала в очередной раз на проверку в Ростов, мне сказали, 3-й раз нужно вам сделать операцию. Я отказалась, думаю, что будет, то будет. Скрыла от всех своих родителей и сына и сидела дома. Чисто случайно по группе я познакомилась со своей спонсоршей Эстамировой Луизой. И я заказала у нее 4 бутылки, стала пить бальзам, и пью я их 6-й месяц. Врачи мне сказали, что операции никакой не надо делать, вы чувствуете себя очень хорошо. Также было еще многие других болезней, которые я буду сейчас не буду оглашать, так как у нас ограниченное время. Чувствую я себя очень хорошо. Спасибо всем. Спасибо, Хава. Она наш серебряный директор. Благодаря бальзамам просто пришел человек для лечения. Огромные чеки, здоровый человек. Она часто танцует у нас в офисе даже. Добрый день всем. Дедикахул Маршаду Вилмусу. С 20 февраля я начала пить бальзамы. Я 9-10 лет носила очки от зрения. У меня зрение восстановилось. Я вижу далеко очень хорошо. Я все время, у меня +2 дальние были и +3 ближние были очки. Сейчас я вижу хорошо, отлично. Шикарный результат. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня дочка 12 лет. Диагноз синдром Дауна. Вы знаете, что это такое все? Это генетическая болезнь. Она нелечима, мне так сказали, я это знаю, и вы знаете. Но тут мы ошибаемся. У моей дочери очень хороший результат. Она стала у меня разговаривать. Спасибо.
она, у нее были слова, некоторая речь, но она сейчас лучше стала. Еще одна проблема у нас появилась в прошлом году. Ровно полгода она у меня абсолютно ничего не ела, кроме молока, сока, воды. Она у меня похудела, вплоть до того, что можно было все позвоночник и диски, и ребра пересчитать. Но тут, благодаря Салтанату, я встретила. И она сказала: «Мадина, ничего не надо, дай ей эти бальзамы». И я сразу купила 4 бальзама и начала 18 октября их давать ей. И ровно через полтора месяца она у меня попросила кусок хлеба. Вы меня поймете. И с тех пор она у меня начала кушать и поправилась. И сейчас она у меня очень активная была, спокойная. Она ходит у меня в коррекционную школу, учителя рады. У меня дочка 21 лет, желудок беспокоил. У нее девочки 12, у нее желудок перестал. У меня давление поднималось максимально 170 на 100. У меня вот, я пью только 3 недели, у меня давление стоит 140 на 70 на 80. И надеюсь на остальные хорошие результаты. И того же желаю вам всем. Да, маршал, да, Лимасана. Аминь. А я еще вот к тем результатам и к тому, что мы ранее говорили об этих продуктах наших, любимых уже.